Клами греба да шутенберга басочи дели маканта. Клами горба сачи тельба лал дубеста мегри манчангер масада. Кломи мара сумберга маре гломамбра сапенда лал весота лерия гонда. Кормина ларио маки пуром ле сонжи мала ли гудуру бриша тая. Кен макру манджем арбастол мере логутул махая. Аллилуйя. Дух Святой, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты здесь. Благодарим Тебя за эту неделю. Благодарим Тебя за все пройденные пути. И просим, благослови нас в будущее. Ты отвечающий Бог. Ты любящий миловать нас. Ты льна курящего не угасишь, и трости надломленной не переломишь. Ты полон милости и мудрости. Сделай нас способными исполнить волю Твою на этой земле. Просвети нас истиной Твоею. Истина Твоя освобождает нас. Слово Твое есть истина. Проговори это слово. Мы хотим знать путь, которым мы идем. Мы не хотим знать цели, которые Ты управляешь и устремляешь нас. Сделай нас, Господь, способными утвердить Царство Твое на этой земле. Благослови этот третий день и благослови его окончание. Дай нам одно сердце, дай нам один путь. Дай нам, Господь, одну цель, чтобы мы на этой земле увидели славу Твою. Приготовь нас к этому священнодействию. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Приветствую всех героев и героинь нового поколения. Приветствую всех, кто участвует вместе с нами в других странах, в других республиках. Огромное благословение быть вместе. Пусть Бог утвердит и укрепит нас. Приветствуйте друг друга, только не целуйтесь. Благословляйте и говорите им: ты молодец, с победой, Бог на этом месте. Аллилуйя! 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 Присаживайтесь, друзья. Спасибо за прославление. Спасибо за чудесную работу. Аллилуйя! Итак, друзья, сегодня у нас повестка дня. Ходатайственная молитва о благосостоянии города и страны. Молитва за начальствующих и властей. Я абсолютно убежден, что Божья воля, чтобы мы имели в своих молитвах широкий кругозор и широкий спектр. Нельзя молиться только за себя, за свои проблемы. Потому что чем больше ты молишься за свои проблемы, тем меньше они решаются. И существует такой парадокс. Когда ты забыл о своих проблемах и молишься за чьи-то проблемы, твои проблемы решатся быстрее. Это уже хит. Я думаю, это уже, как сказать, это уже является почти библейским, не библейским, а христианским хитом. Когда однажды к Йонги Чо пришла женщина с больным сыном и попросила молиться о ее сыне, он сказал: идите на молитвенную гору и молитесь за Корею, за пробуждение Кореи. И когда вы помолитесь там 3 недели, вот тогда возвращайтесь и разберемся. Забудьте про свои проблемы, забудьте про свои болезни, про свои кредиты. Давайте будем молиться сейчас за Латвию. Мы сегодня будем молиться за свою страну,
за наше правительство. О чем мы молимся, то и происходит. Аминь. Я понимаю, что эта тема, она такая крупнокалиберная. Потому что, когда мы молимся за правительство, обычно общие фразы: Бог благослови, Бог благослови. Да не просто Бог благослови, Бог суди, пожалуйста. Бог, разберись, кто там не прав, и убери их. Мы заслуживаем такого правительства, которое бы защищало нас. Мы достойны такого правительства, которое бы с уважением относилось к каждому гражданину этой страны. Вы с вами вышли из проклятого Советского Союза для того, чтобы создать рай на берегу Балтийского моря. На Домской площади бывшие вожди говорили: мы создадим уютный дом, где одинаково уютно будут чувствовать себя и русские, и латыши, и братья, и сестры. Басни, которые продержались 2 недели. И мы сегодня как бы обмануты. И народ этой страны сегодня находится опять как заложники очередных политических экспериментов. Но у нас есть добрая новость. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. И я абсолютно убежден, что не только рука в руках Божьих, твоя и моя судьба в руках Господа, судьба царей, князей, вельмож и судей. И я убежден, что Бог творит не только кулинарные чудеса у тебя на кухне. Там хлеб размножается, сухари до сих пор финские не съел. Я убежден, что Господь творит не только косметические чудеса, и пудра твоя никак не закончится. Я убежден, что Господь творит не только там чудеса в твоем гардеробе, твоя обувь никак не износится, и одежда не ветшает. Я верю в политические чудеса. Церковь, веришь ли ты в политические чудеса? Скажи: я верю в политические чудеса. Аминь. Скажи: моей стране позарез необходимо политическое чудо. Аминь. Халлелуйя. Господь ставит царей, их убирает. Господь политический Бог. Он царь всех царей и Господь всех господствующих. Сегодня мы будем молиться о нашем правительстве. И я бы хотел сегодня проповедовать на тему «Воля Божья о царях». Цари должны быть не такими, какими мы себе представляем. Мы должны знать, как Бог смотрит на царей и какая воля Божья для наших царей. Давайте прочитаем несколько мест Священного Писания. Мы должны молиться на основании Слова Божьего. Первое место – это 1 Тимофея, 2 глава. Прочитаем первых 2 стиха. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Запятая. За царей – это все человеки. То есть здесь очень просто, что цари – это человеки. И начальствующие – это тоже человеки. И ты, простой, тоже человек. Перед Богом, мы все равны по происхождению. Если Бог кому-то дал позицию быть просто гражданином, кому-то, быть руководителем какого-то офиса, кому-то дал, Бог дает эту позицию быть министром, чиновником, кому-то премьер-министром и даже президентом. Вы знаете, в глазах Божьих все равны. Бог избирает правительство, чтобы правительство служило народу. Запомните, мысль номер один. Не народ должен служить государству, государство должно служить народу. Понимаете, изначально Бог придумал государство не для того, чтобы закабалять людей. Изначально государство, институт власти был задуман как механизм, обслуживающий, помогающий, защищающий и благословляющий человека. Мерой всех ценностей в обществе должен быть человек. Человек.
Человек, который сегодня обесценился. Человек, которого могут убить за 500 латов. Да каких 500 латов? Расценки киллеров сегодня, они, конечно, имеют очень большой разброс. Но смотря какой человек. Если это начальствующее, конечно, это голова дороже. Сегодня человек обесценился вообще как таковой. Человек, за которого Христос умер и заплатил такую великую цену за спасение, этот человек сегодня обесценился. И Бог хочет восстановить цену человеческой души. Аминь. Итак, мы призваны молиться за правительство. Смотрите, за царей и за всех начальствующих. И у меня сегодня практически, а как молиться за них? А как молиться за них? Мы должны молиться на Слове Божьем, зная, какова воля Божья о наших царях, дабы нам проводить жизнь тихую, безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Божья воля, чтобы все люди спаслись, в том числе, мы говорили, все человеки, и чиновник-человек, и президент-человек, и премьер-министр-человек, и наши банкиры тоже человек. И Бог желает, чтобы все люди спаслись. Воля Божья, чтобы правительство было христианским. Когда мне говорят, откуда ты взял идею о христианском правительстве? Я говорю, ну прочитайте. Воля Божья, чтобы все люди спаслись. Все люди. Скажите, президент – люди? Премьер-министр – люди? Наш Сайм – это люди? Нет, это... Это сверхчеловеки, им спасение нужно. Спасение нужно всем грешникам. И те, кто украл 100 латов, и те, кто украл 7 миллиардов. Тот, кто опустошил твой кошелек, и тот, кто казну государственную опустошил, они все грешники, и всем нужен Христос. Амин. Мы привыкли только... Иисус нужен вот этим вот наркоманам, пьяницам, вот этим вот грешникам. Иисус нашему правительству нужен в первую очередь. Амин. Итак, воля Божья. Когда мы молимся о правительстве, прежде всего мы взываем к Богу, чтобы Бог очистил их совесть. Потому что так бессовестно руководить страной нельзя. Преступно, категорически. Итак, мы молимся для того, чтобы Бог осветил, благословил и привел к истине царей и начальствующих. Ибо это хорошо и угодно Спасителю Богу нашему. Это хорошо, а не плохо. Иметь христианское правительство – это хорошо. Иметь христиан в Рижской думе – это хорошо. Иметь христиан в банковской системе – это хорошо. Иметь на министерских позициях христиан – это хорошо и угодно Богу. Амин? Латыши, вы не верите, вы говорите амин громче. 20 политиков вышли из ЛПП, 10 человек опять вышли. Вы понимаете, вопрос не в том, кто откуда уходит. Вопрос, они должны все, уходя из какой-то партии или приходя, все должны к Богу прийти. Мы верим в христианское правительство. И мы верим в пробуждение не только среди наркоманов, мы верим в пробуждение среди правительства. У Бога есть план. Это есть Его воля. Что такое воля Божья? Давайте откроем Римлянам 13 глава. Каким должно быть правительство? Обычно Римлянам 13 глава – это пособие для граждан. Обычно читаются первых два стиха, ставится точка и говорят, каким бы ни было правительство, ты должен повиноваться, ты должен быть законопослушным гражданином и так далее. Дело в том, что Бог ставит равные требования как к тем, кто подчиняется правительству, так и к самому правительству, потому что кому много дано, с того много спросится. Аудитория, я вас не понимаю. Я вас не загружаю, я вас, наоборот, разгружаю. Итак, кому много дано? Кому мало дано?
Скажите, кому больше дано, правительству или гражданам? Так вот, кому много дано, с того много спросится. Вы любите ваше правительство? Вопрос на засыпку. Я, например, откровенно вам скажу, у меня сложное отношение к правительству, потому что у правительства еще сложнее отношение ко мне. Но в то же время я полагаюсь не столько на свои амбиции, сколько на волю Божью. Воля Божья, чтобы все люди спаслись. Я хочу, чтобы мое правительство спаслось. Поэтому до них, до их грешной совести, должно достучаться Евангелие, и они должны покаяться. Все люди должны покаяться. Вы знаете, Латвия уже сколько каялась. Мы каялись за геноцид евреев. Не знаю, я уже 3 раза. Официально от лица всей церкви каялся. Хотя не убил ни одного. Мы каялись уже за оккультизм, и за грехи отцов, и бабушек, и дедушек. И вы знаете как, и за бабушку, и за чертову бабушку. Уже каялись за всех. Вы знаете, кается народ день и ночь. Когда же правительство покается? Мы ждем, этот момент наступит. Я абсолютно убежден, произойдет такой переломный момент, когда в своих преступлениях будут каяться не только рядовые люди, но и те, которые знают об этом сами лично. Итак, Римлянам 13 глава. Давайте поговорим о воле Божьей к нашему государству. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Итак, институт власти установлен Богом. И поэтому, для того, чтобы управлять этим непростым механизмом, представьте, экономика, идеология, судебная, законодательная власть, исполнительная, судебная власть. И представляете, так много всего, образование, экономика. Понимаете, здесь и шоу-бизнес, здесь и политика, внешняя торговля, здесь международные взаимоотношения, как строить отношения с Россией, как строить свои отношения там со Скандинавией. Продавать наши леса или все-таки чуть-чуть себе оставить. В конце концов, отдавать свою промышленность на откуп Европейскому Союзу или все-таки сохранить еще что-то для себя. Миллион вопросов. И интересы государственные иногда бывают выше, чем интересы обыкновенного простого гражданина. А если еще включаются сюда интересы личные и корыстные, да по барабану мне все эти интересы государственные и интересы местные. Я должен, как говорится, первых 4 года президент ничего не делает, он как гребет под себя, то есть чтобы почувствовать прочную основу, как, впрочем, и любой другой. А на втором сроке он начинает врубаться и работать. Вот почему Медведеву нужно оставаться на второй срок. Поэтому, друзья, я к чему говорю, что это сложная работа управлять страной. Никто не говорит, что это простая. Это сложная работа, и она требует и профессиональных навыков, и в то же время моральной и очень серьезной нравственной основы. Амин? Потому что политика, хоть и дело грязное, но Бог ее хочет все-таки освещать и очищать. Вот почему мы молимся. Естественно, проклинать, это значит, это просто приговаривать к смерти. Но мы говорим: Господь, освети, очисти, возьми свою лопату и все, что тебе не нравится, выгреби и выкини это все. Оставь нормальных людей. Нам нужно такое правительство, за которое бы нам не было стыдно. Нам нужно такое правительство, за которым бы мы гордились. Мамочки бы гордились, потому что пособия выделяются. Кто-то там сгоряча пообещал, выделил, срезали. Боже мой, помоги нам, пожалуйста, и защити наш народ, пока все латыши не уехали куда-нибудь в другую страну. И я провозглашаю лозунг: «Латвия для латышей». Я как истинный латыш, я как гражданин своей страны, уполномочен заявить: Латвию Бог создал для латышей. И для разных других пришельцев.
Аллилуйя! Сегодня я слышал прогноз. Знаете, через 20 лет у нас будет 1,5 миллиона населения. Только не уточнили, китайцев, турков или там еще каких-то. Латыши скоро вернутся сюда, потому что Бог наведет здесь порядок. Аллилуйя! Если мы будем правильно молиться. Итак, читаем. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». То есть институт власти учрежден Богом. «Существующие же власти от Бога установлены». Когда речь идет о существующих властях, речь не идет о фамилиях и именах. Здесь не говорится о Домбровском. Здесь не говорится совершенно о господине Затлере. Здесь говорится о позициях, об институте власти, который может занять правильный человек или неправильный. А Бог будет потом взвешивать и говорит: слушай, не совсем. Не совсем, ты взвешен на весах. Вы помните, к царям Господь подходит с определенными весами. Бог разбирается в политике. И Бог взвешивает. Он взвесил Валтасара, он взвесил Навуходоносора, и Навуходоносор оказался чуть-чуть тяжелее. Он сказал: слушай, твой отец был умнее, чем ты. Ты взвешен. Я знаю, что Бог сейчас взвешивает наше правительство, каждого чиновника. Он взвешивает. И вы знаете, тот, кто окажется легче пустоты, говорит: все, царство отойдет от тебя. Тот, кто переходит за грань, которую Бог провел, царство уходит от этого человека. Наша молитва в чем? Если мы не молимся за начальствующих правительств, если мы не молимся за властей, Бог рассматривает эту позицию как: значит, тебе нравится. Но если тебе нравится, живи так. Хочешь жить в рабстве? Живи в рабстве. Писание говорит: они закованы, они унижены, они оскорблены, они в подземельях сидят, в цепях. И Бог возмущается и говорит: и никто не говорит: отдай назад. Они привыкли страдать, они привыкли терпеть, они привыкли быть жертвой. И сегодня кто должен встать и сказать: отдай назад мою свободу, отдай назад мою пенсию, отдай назад мою зарплату, отдай назад то, что мне по праву принадлежит. Мы протестанты. И в этом заключен смысл нашей веры. И мы сегодня протестуем против всякой социальной несправедливости, против всякого узаконенного беззакония, против этого засилия мамоны, и против геноцида, против собственного народа. Защищать язык и защищать мозги латышей – это две разные, большие разницы. Нам не нужен просто язык без мозгов. Нам нужны сегодня мозги, врачи, хирурги, строители. Нам нужны умные люди в стране. А этих умных людей становится все меньше, меньше и меньше. Утечка мозгов из страны делает страну безмозглой, ограниченной, отстающей и деградирующей. Мы не заслуживаем этого. Мы хотим, чтобы все мозги возвратились, и чтобы все талантливые люди нашли на своей родине свою востребованность. Аминь. Аллилуйя. Я не хочу после этой проповеди говорить: голосуйте за меня. Голосуйте Богу. Пожалуйста, за здравомыслящих, честных, порядочных христиан. Я думаю, у Бога есть 7 тысяч, которые пройдут однажды и которые свое слово скажут. Латвия будет христианской по-любому. У нас нет выбора. Откровение о христианском правительстве в Латвии звучит уже 20 лет. И вы думаете, это пустяки? Это не пустяки. Слово Божие не возвратится к нему тщетным, пока не исполнит то, для чего оно послано. Аллилуйя! Всякая душа да будет покорна властям, потому что управление, потому что есть иерархия власти, и без иерархии власти страна существовать не может. Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. И очень часто после этого второго стиха мы ставим точку и говорим: а что делать? И опять на колени, и опять тебя загибают, и опять на тебя возлагают ношу. Какое бы ни было правительство, ты должен повиноваться. Ничего подобного. Первых два стиха говорится о том, что вот мы, люди, граждане,
должны быть законопослушными людьми. А следующих два стиха, 3 и 4, говорится о том, каким должно быть правительство, которому мы должны подчиняться. Вы что думаете, Бог подчиняет себе только простых, а великих и знатных царей и начальствующих Он оставляет в покое? Нет. Бог и к тебе, простому человеку, и к царю ставит равные требования. Амин. Поэтому, если первый и второй стих касается нас, чтобы мы повиновались правительству, я задаю вопрос, каким оно должно быть? Ответ в 3 и 4 стихе. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Я хочу видеть в Латвии такое правительство, такую власть, такую судебную систему, перед которой бы любой преступник дрожал. В Сингапуре учредили смертную казнь. Сегодня нашли наркотики, завтра суд, а послезавтра расстрел. Власть страшна. Власть должна внушать страх, но только не для простых людей. Сегодня у нас дрожат от страха не преступники. Самое позорное, что в Латвии, преступники ходят свободно. А простые добрые люди, они сегодня дрожат, потому что им как раз угрожают сверху. Какой должна быть власть? Ответ. Она должна быть страшной для преступников. Проверь, пожалуйста, как сегодня чувствуют сегодня преступники здесь. Вольготно. Мы недавно задали вопрос одному из представителей нашей власти. Почему вот возле Верманского парка, если ты машину оставил на 10 минут, тебе сразу горчичник, тебе штраф сразу 30 лат. А когда такси останавливается и продается наркота в открытую, средь бела дня, полицейские делают вид, как будто ничего не происходит. Вы понимаете? Для простого человека, который чуть-чуть затормозил, 30 лата выкладывает, ты нарушаешь закон, потому что остановился. А здесь идет торговля смертью, и полиция делает вид, как будто ничего не происходит. Кто-то обещал облавы делать в ночные клубы. Нас называют сектой, и нам страшно от того, что какой-то один, извините, пожалуйста, человек с ненормальным мышлением называет тысячи людей сектой, опасной, и мы ничего не можем сделать. Что за дела? Власть неправильная. Власть должна защищать. Мы освобождаем людей от зависимости. Мы исцеляем браки, мы восстанавливаем, мы делаем то, что государство должно делать. И государство вместо того, чтобы благодарить, еще топчет тебя. И ты сегодня как изгой. Ты должен доказывать, что ты нормальный человек. После того, сколько мы здесь существуем, 21 год, нам нужна серьезная реорганизация и реформация нашей власти. Амин. Это ненормально. Это ненормально. Когда нас называют сектой, и все знают, что в клубах торгуют страшной смертью. Героин идет туда килограммами от овердоза. Умирают парни, девчонки. Власть делает вид, как будто это ничего не происходит. На органы пропадают дети. Никто не ищет, никто ничего не знает. Зато статьи о сектантстве идет. Друзья мои, это несправедливость очень скоро закончится. Потому что есть Божий суд. На перстнике разврата есть грозный судья. Он недоступен звону злата. И мысли и дела он знает наперед. Он взвешивает дела человеческие, чтобы все поставить на свои места. И мы сегодня пророчествуем, нечестивые истребятся с этой земли, а праведники будут наследовать эту землю. Будущее нашей страны не беззаконники, будущее нашей страны праведники. Ты скажешь, какая схема? У меня нет схем. Есть только одна надежда и упование. Бог вступится. Скажите, как рухнул Советский Союз? Кто мог предполагать, что эта махина ужасная, безбожная, которая заставляла весь мир дрожать,
просто возьмет и рухнет без содействия рук человека. Это не была война, это не был государственный переворот. Она просто сгнила, она просто сгнила. Камень оторвался от горы и ударил истукана по ногам. И этот истукан распался. А у нас в Латвии это не истукан. Это какое-то это чудище какое-то маленькое стоит, и Бог это все уничтожит. Мы сегодня будем молиться, чтобы Бог навел порядок. Если рыба гниет с головы, вот с нее Бог пусть и начинает. Аминь. Вы верите в политические чудеса? Итак, мы молимся о правительстве. Для чего? Чтобы власть была страшна не для добрых дел, но чтобы она была страшна для злых дел. Читаем дальше. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ты сегодня сидишь здесь и говоришь, делаю, делаю. Да не похвалу, а подзатыльник постоянно получаешь. Ты должен еще доказать, что ты добрые дела. По крайней мере, для чего я это читаю, друзья? Когда мы молимся о правительстве, Господь говорит, каким ты хочешь видеть правительство? Я сегодня и формулирую. Я хочу видеть честное, порядочное, справедливое правительство, которое наказывает зло и защищает добро. Скажите, это слишком много или это норма? Если это норма, так мы говорим, Бог, пусть твоя норма утвердится на этой земле. Аминь. Хочешь ли не бояться власти? Смотрите, делай добро и получишь. Вот здесь бы мы, латышский вариант, делай добро, и ты получишь. И точку поставили. А дальше гадай, что ты получишь. В цивилизованных государствах ты получаешь награду, похвалу. Боже мой, я уже не буду сейчас вдаваться в наши личные переживания и ощущения. Мы всегда говорим, от Бога жди награды, от Бога жди награды. А Бог говорит, я хочу, чтобы ваше правительство поощряло вас. Чтобы вы получили похвалу от нее, от этой власти. А мы сегодня даже не ждем власти, по крайней мере, чтобы не мешали, чтобы не препятствовали. Бог, разберись с нашей властью. В конце концов, я думаю, что должны прийти смелые люди, честные люди. Вы знаете, было время, когда в Америке была жуткая, позорная, грязная страница расизма. Были рестораны только для белых. В автобусах первые места были для белых, а там самые там, далекие для черных. Это была такая грязная, несправедливая страница христианской страны. Во всех странах есть периоды, как это называется, просто черные времена. И встал этот Мартин Лютер Кинг. Представляете, в условиях, когда Ку-клукс-клан разбирался с этими черными, как со скотами. Они не считались за человека, они считались за три четверти человека. Они были вообще, вы знаете, изгоями. Я вспоминаю, как Кенни Тулмер рассказывал. Он был отличником в своей группе, где он учился в школе. И когда этот класс, школа поощрила, и они должны были отправиться в круиз, это на большой-большой корабль, чтобы вдоль берегов там отдыхать, купаться, наслаждаться жизнью. Представляете, он рассказывает случай, когда все эти вот отличники, все люди, все эти детишки, которые вот были в классе, они проходят на корабль, показывают билет, и этот товарищ, который пропускал их, одного пропустил, второго, третьего, четвертого. И вот подходит Кенни Тулмер, он черный. Он подошел, показал им этот самый билет. Он говорит, а вам туда нельзя. Как? Я же из этой группы. Я же вот, у меня есть билет. Он говорит, нет, потому что вы черный. Иди. Этот корабль только для белых. Мы еще с вами не знаем, что такое настоящее унижение. То, что черные пережили там. И совершенно, друзья, неудивительно, что в черных церквах, больших черных церквах американских, там белых раз-два и обчелся. Но что память хранит вот эти глубокие обиды, вот эти глубокие раны.
Я не знаю, как там все это исцелится, но это Бог разберется. И смотрите, что дальше. И что должен переживать этот мальчик, который просто остался? Как ему объяснить ребенку, что такое, что если ты черный, ты не имеешь права? Он подошел к отцу, и отец его обнял и сказал: сынок, наступит однажды день, когда все это поменяется. Это было на уровне фантастики, это было на уровне, не знаю, какого-то полета на Луну. Когда, представляете, Ку-клукс-клан разбирается, когда вся система черных за людей не считает. И вот в таких условиях какой-то странный чудак встал и сказал: я мечтаю, а я верю, что однажды на моей земле наступит новое время, когда эти позорные вывески только для белых уйдут в забытье, придет справедливость, нас не будут убивать, нас не будут насиловать, из нас не будут делать посмешище. Мы не просто будем ездить на задних сиденьях в автобусах, мы станем такими же людьми, как и все. За свои откровения этот человек поплатился. Скажите, пожалуйста, что двигало этими людьми? Мы сегодня уже почти разочаровались. Говорит, невозможно, это не изменишь. Это мировая глобальная система и так далее. Там тоже была глобальная система рабовладельческого строя. Там была работорговля. И от рабов получали столько денег, сколько сегодня от продажи оружия не получают. Но кто-то встал и сказал: а я верю. А я протестую. Я заявляю, я вижу другое время. Я вижу другой город, я вижу другую страну, где есть справедливость. Его не стало. Он не увидел этого. Но слово, которое было провозглашено, слово, которое было выпущено, оно работало в сознании других, которые в это время, может быть, стояли в стороне. Прошло время, и вы увидите сегодня. Половина Голливуда – это черные. Посмотрите, спорт, баскетбол – черные. Посмотрите, шоу-бизнес. Посмотрите сегодня, как много они добились того, чтобы их признали. И я сегодня хочу бросить вызов тем, которые чувствуют себя рабами, которые чувствуют себя использованными. Придет время, и вы увидите справедливость на этой земле. Его рука не сократилась, чтобы спасать. Его ухо не отяжелело, чтобы слышать. Мы с вами увидим новое время. Мы с вами увидим красоту его гармонии и пробуждения на этой земле. Мы протестуем и уповаем не на свою мышцу. Мы протестуем и уповаем на мышцу нашего Господа. Мы будем иметь правительство, которое не будет страшным для добрых людей. Мы будем видеть честных и смелых людей у власти, которые будут наказывать зло. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Я хочу, чтобы каждый начальник, который у нас имеется здесь, во властных структурах, был Божьим слугой. Сейчас у нас столько слуг дьявола, столько слуг сатаны. И мы сегодня говорим: Бог, убери этих слуг дьявола и поставь Божьих слуг. Чтобы они были нам на добро. В конце концов, сколько можно топтать добро на этой земле? Я думаю, эта позорная страница однажды перелистнется. И добро будет в цене. И человек будет критерием всех ценностей. Мы с вами будем видеть новое время. Не во время тысячелетнего царства. Я верю, что Бог по молитвам народа отвечает и творит чудеса. В том числе и социальные, и экономичные. И политически.
Начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга. В одном стихе два раза о чиновниках, о власти, о начальствующих пишется, что это Божий слуга. Если мы молимся о начальствующих, Бог, сделай всех начальствующих своими слугами. Если у них есть власть, если у них есть меч, пусть этот меч карает беззаконие, педофилов, наркодилеров, тех, кто продает женщин, тех, кто на смерти молодых людей наживает миллионы. Бог, искорени это нечестие и беззаконие. Процветает беззаконие, потому что об этом мы так мало молимся. Итак, открываем второй псалом. И этот псалом будет последним, после чего мы будем молиться. Но перед этим откроем три притчи, 16 глава, 12 стих. «Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол». Мы не просто абстрактно молимся, Бог, благослови начальствующих, Господь, искорени беззаконие и дай нам таких начальствующих, для которых дело беззакона было бы мерзостью. Я прочитаю еще раз. Притчи 16:12. Мерзость для царей – дело беззаконное. Вот такие цари нам нужны. Ибо правдою утверждается престол. Пусть престол власти в Латвии будет утвержден правдою. Вы знаете, когда Мартин Лютер Кинг говорил о искоренении расизма и сегрегации, на него тысячи его единоплеменников смотрели и говорили: нет, это невозможно. Но среди них были верующие, которые говорят: это произойдет. Я хотел бы спросить, верите ли вы, что на этой земле мы однажды сможем увидеть христианское правительство царей, для которых беззаконие, мерзость, и престол власти бы утверждался на 10 заповедях. Это не закономерный переход от одной фазы развития к другой. Это чудо, а чудо не подвластно человеческой логике. Аллилуйя! И теперь второй псалом. Мы говорим о наших прогнозах. Мы хотим видеть христианское правительство, мы хотим видеть справедливые законы, мы хотим видеть начальников, как слуг Божьих, которые наказывают зло и защищают добро. Очень простая философия. Не надо заканчивать МГИМО, не надо заканчивать какую-то академию, чтобы разобраться в этих вещах. Открой Библию, эти заповеди просты. Есть добро и зло. И Бог заинтересован искоренять зло и защищать добро. Вот для этого существует институт власти. Амин. Второй псалом. Открываем псалом второй, и после этого мы будем молиться. Правительство бывает разное. Институт власти учрежден Богом. Писание говорит, начальство, власти, престолы ли. То есть речь идет о институте власти. Учрежден Богом. Начальство, престолы, власти созданы им. Не дьявол придумал институт власти. Бог. Им и для него престолы, власти, начальство существуют не для дьявола. Они существуют для Бога. Бог хочет управлять и руководить ими. Но очень часто человек, занимая государственный пост, начинает хулиганить, начинает переходить границы разумного, как Валтасар, который взял сосуды Дома Божьего и начал произносить тост, что мы великие, мы непобедимые, и Бог отреагировал. Скажи, Бог отреагировал. Бог отреагирует. Амин. И давайте прочитаем, что Бог думает насчет тех начальствующих и властей, которые противятся Богу. Читаем. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные?»
Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Всякая власть от Бога, но только вот не такая. Бог не создал власть, которая бы совещалась и шла бы, конфронтировала против Него. Повторяю, институт власти от Бога. А люди, занимая эти позиции, могут либо повиноваться Богу, либо сражаться с Ним. Мы читаем с вами. «И делал этот царь угодное Богу, и Бог благословлял, и защищал, и хранил. И восстал царь и делал неугодное Богу, поэтому Бог поднял другого царя, и они пришли и надавали ему по голове. И в плен пошли все князья и все такие. И воззвали к Богу, и Бог послал им еще царя, и тот стал снова делать угодное Богу». В конце концов, философия очень проста. Нам нужен царь, который делал бы угодное Богу. Который бы на Рождество не гадал, разливая расплавленный свинец в воде, который бы бревно за собой тупое не таскал. В конце концов, нас разводят. Нам нужен президент, который бы читал Библию и призывал всех людей к святости, праведности и к послушанию. Амин! Первые президенты Америки, это были самые лучшие проповедники. Они приглашали всю нацию поститься 3 дня, чтобы не было суховеев, чтобы Франция не напала, чтобы не было конфликтов военных. Самое великое, самое сильное средство, которое влияло на исторические события в Штатах, я говорю о раннем этапе, это была молитва, это был пост, и это был день благодарения. Когда Бог совершал чудеса в той стране, был учрежден день благодарения. То есть президент говорил проповедь и говорил, а теперь мы назначаем день, когда все церкви, все граждане должны благодарить Бога, потому что Он есть, мы молимся Ему, и Он отвечает. Даже на деньгах они написали «We trust of God». Мы уповаем на Бога. Не надо говорить сейчас, ой, а сейчас какая? А ты сейчас какой? Самое главное, чтобы был фундамент. Я говорю о том, каким бы я хотел видеть наше общество. Я хочу, чтобы в нашей молитве не было абстракции, а была конкретика. Нам нужно христианское правительство. Все. Амин. Меня вот в 5 стран сейчас не пускают, а христианское правительство все равно будет. Вот все будет. Вот Бог разыграет такую карту. И люди будут вспоминать, а я был такой хриплый там один. Кричал, орал там. То на Домской, то за Домской. Будет христианское правительство. Будет христианское правительство. Конечно, будет. Будет. Аллилуйя! И вот смотрите. А хотя, есть вперед, цари, князья совещаются вместе против Господа. Как ограничить церковь, как запретить, как ограничить финансово, как запретить на телевидении, как вообще, чтобы христиане не ходили в школы, пусть там педики ходят, пусть христиане не заходят куда-то в клубы. Вот эта способность или желание ограничить и все. 3 стих – это реакция на попытку ограничить наши свободы. 3 стих гласит: «Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Когда говорится, всякая душа да будет покорна высшим властям, как это вяжется с этим стихом? «Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Мы не собираемся быть рабами беззакония. Мы протестанты. И против всякого ярма мы будем всегда протестовать. Мы сбросим с себя оковы их и расторгнем узы их. Амин. Мы уже были в Советском Союзе. И сейчас мы не собираемся повторять свой печальный опыт. Амин. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос. И не подвергайтесь игу рабства. Я читаю 10. Это послание правительству. Это послание царям и начальствующим. Итак, вразумитесь, цари, и научитесь, судьи земли.
Какое неуважительное отношение к президенту. Какое неуважительное отношение к начальству. Очень уважительное. Цитировать Библию – это самое уважительное отношение. Самое интересное, друзья, даже умные люди говорят, что самое яркое доказательство патриотизма – почаще задавать вопросы своему правительству, которое ты выбрал. Мы вообще никаких вопросов не задаем. Мы вообще не спрашиваем. Хотя мы их наняли на работу. И мы вправе требовать, чтобы они работали хорошо. Чтобы они защищали наши интересы. И смотрите, Бог говорит, вразумитесь, цари, и научитесь, судьи земли. Что наши молитвы? Может быть, я никогда не поговорю с господином Затлером. Может быть, я никогда не поговорю с господином Домбровским. Может быть, мне не доведется с ними вести диалог. Но я сегодня здесь к тому, и сегодня мы вместе объединяем веру, чтобы Бог этот диалог провел. Чтобы Бог заговорил с каждым чиновником, с каждым человеком, чтобы он вразумил, чтобы он изменил мышление. Ведь с Навуходоносором, он же поговорим? Имя-то какое? Навуходоносор. Ведь Господь же поговорил же с ним. А? Так вот мы будем молиться, что Бог и на, и в ухо, и в сердце, и куда еще там, в почки, когда, чтобы Господь заговорил, чтобы однажды он сказал, слушай, я тебе дал власть, я тебе дал престол, ты что ж творишь, а? Что ж ты творишь? В быка превращу. Вертикальная походка станет горизонтальной. На траву посажу. Оборотенем станешь. Представляешь, это же с царями Бог разговаривал. Ты же, как Бог вразумляет царей? Вот так Бог пришел к Навуходоносору и сказал, слушай, ты что творишь? Ты что из себя строишь? Ты что, самый крутой, что ли? А когда он начал ходить, он ходил по стенке и говорил, я царь всех царей. Я построил Вавилон. А когда Бог услышал, думал, что-то фамилию свою услышал. Вроде я царь всех царей. А сам он сказал, я царь царей. А ну-ка давай, слабо, иди сюда, поговорим. И поговорим. И он сколько-то времени быком был, траву ел. Представляете? Хвостом мух отгонял. Да? Это был царь всех царей, а стал вол всех волов. Вы любите свое правительство? Давайте будем молиться, чтобы оно в стадо не превратилось. Амин? Я к чему говорю? Слушайте внимательно. Может быть, мне не доведется вести диалог с ним, но я точно знаю, что наш Бог может вразумить и поговорить с каждым из них. Вразумитесь, цари, и научитесь, судьи земли. 11 стих. Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. И я абсолютно сегодня с полной ответственностью заявляю, мне нужен такой президент, который бы служил Богу. Слышите? Бог говорит, служите Господу со страхом. Вы знаете, Южная Корея, процветающее государство, которое недавно совершенно было вообще отставшим. Сегодня президент христианин. Его приглашают на двадцатку. Он участвует на огромных политических форумах. И он никогда не стыдится. Была конференция молитвенная, где Ён Ги Чо представлял, говорит, ну, должен был президент быть, а вот его нету. Но мы его, говорит, послание сейчас послушаем. Включили экран, и президент Южной Кореи извиняется перед христианской церковью, там 120 тысяч было на этом стадионе, говорит, я очень извиняюсь, что я не могу присутствовать на этой молитве. Дело в том, что я участвую сейчас в Канаде на этой двадцатке, но вместе с вами сегодня в 4 часа утра я встал и до 5 молился. Я в духе с вами, и когда вернусь, я обязательно посещу всех вас. Представляете, о чем речь идет? Когда мы говорим, это как-то у нас уже заточено европейское мышление. Это нереально. Как нереально? В Южной Корее реально.
нас нереально. Во что веришь, то и будет реально. Смотрите, это же не религиозно. Бог царю говорит, служите Господу со страхом. Поэтому я сегодня хочу заявить, нам нужно правительство, которое бы Богу служило. Причем служило со страхом. И десятину от госбюджета отделяло бы на Божьи программы. Господь творит чудеса! О каком правительстве мы молимся? Чтобы слуга Божий, чтобы все начальники были слугами Божьими. Чтобы они осуждали зло и защищали добро. Чтобы они служили Богу со страхом и радовались трепетом. 12 стих. Почтите сына, чтобы он не прогневался. И чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Это не мы здесь, не угрожаем ничего. Это Божья воля. Бог говорит начальствующим и властям. Почтите сына. Уважайте авторитет Иисуса Христа. Не топчитесь по этой святыне, ибо он может прогневаться. И чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Я верю в христианское правительство. Для этого у нас есть все основания. И мы сейчас будем молиться о начальствующих и властях. То, что мы сейчас услышали, это является основанием наших молитв и нашего упования. Мы верим в политические чудеса. Давайте мы встанем, прострем руки и будем молиться Богу. Каман джомали гурмахи сутила боризмаха. Пермена лабрума чумблекесту мариги цулори. Пармена лабрушет сормани лагрума грея. Пармена лабруса чундельмо кроста мегурма джелай. Калмари догреба сочим лаборебере котолебереба сотелей. Перамон джаймар молеле гресо чамбра багио сода. Prendalo la bresom ba curba che tola la bretaia. Per menjal bore la brosa chambre che zogir batula. Falmi na la broma cura besoi. Broide ma cur menjal boreia. Per menjul al be cur me shakoda. Parmona la brosa ceria. О, Господь, вырви всякое нечестие, всякое растение, которое не отец насадил, пусть будет с корнем вырвано и выброшено вон. Карма шталалегреса чамбака. О, проведи свою ревизию в государственных структурах власти. Мексамара кончила бретона меката. Перса мара ла брема штела мокротая. Глория ма куда ла лебре санта. Глория шамба ла лебре сатая. Крума песто мара котала. Пексо тила ла брошат санта лая. Пекота ла ма кота ла барсопа джаката. Макату ла пекото ла песто мара тая. Персанджела бреша котел маризондая, магреманджела брекотола брешетерей. Кламаре сопреманджатолая, исцели нашу землю. Восстань, Господь, и рассеются все враги, и все ложные боги, пусть исчезнут с лица земли. Камар сомаре кордештела лубрукая, Мегра манджела бресотала, парза мерло гроста мерло грештелей, мексатула ламроса четель ярула гретая. Господь, сними позор и посрамление с латвийского народа, доколе эта тирания будет продолжаться, доколе нечестие будет господствовать на этой земле. Ты ставишь и убираешь, и мы просим, убери всякое беззаконие с этой земли. Клома резанчала,
Мерза мероглощта на брещаката, макро манча пробецола ребенда. Кальмарале, поднимите руки и молитесь за Латвию. Скажи, Бог помилуй Латвию, исцели нашу землю, исцели нашу законодательную власть, исполнительную, судебную, вразуми начальствующих и властей, вразуми, Господь, судей земли. О, исцели нас! Кемре маршо бреса чера на бресата, мекро мангере за череререй, плещат сам ребелерей. Ко! Халари бефара на брасе, о, мебеги да хелари брефаде.